Профессиональные действия оренбургских полицейских позволили не только обеспечить оперативное реагирование на изменения криминальной ситуации, но и добиться реального снижения уровня преступности в регионе. В целом, общее количество преступлений сократилось на 6,5%. Установлено более 7 тысяч преступников, из них 93% привлечены к уголовной ответственности. Понятие общей уголовной преступности, как прежде, главным приоритетом является защита от преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан. Также на 40% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве, а общее число краж на 14%. Также благодаря профилактической работе полицейских снижен уровень подростковой преступности. Нужно отметить, что в работу по обеспечению правопорядка активно включаются и жители региона. Я скажу, что вот только на основании указа губернатора в отчетном периоде, значит, у нас поощрено за участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка 211 жителей, и из этого выделено более 2 млн рублей. Это тоже своеобразный наш вклад в привлечение граждан в решение этой очень важной проблемы.